Так, ребят, собрал я восьмерку. Все-таки закончил наконец-то. Вот такая модель у меня получилась. В целом вышло неплохо. Видите, дверь кривая. Это была уже, как так сказать, с покупки, до того как я ее сделал. Вот такие вот недоработки от производителя. Пытался выровнять, но не получилось. Решил оставить так. Так, все открывается. Что по доработкам? Сделал банку глушителя. Вот такая вот банка. Доработал задние фонари. Видите, задний ход нарисовал, поворотники. Так, сделал окантовку. Как на самой модели, ручки покрасил черным. Зеркала сейчас еще доделаю. Забыл, извиняюсь. Отражатели сделаю. Так. Передние фонари, поворотники покрасил серым цветом. Повторители поворотников тоже серым. Номер наклеил, гос номер. Затонировал все стекла по просьбе заказчика. Здесь немножко так выхлопного подкрасил. Вот. Переделал передние задние крепления колес. Сейчас я разберу, покажу, что я сделал. Так, пришлось не родные поставил, как сказать, оси. Поставил с другой модельки, потому что родные были короткие. Так, с салоном, ребят, я ничего не делал. Вот видите, что сделал. Палочку чупа-чупса вклеил. И отрегулировал так, что колеса туда-сюда не ерзают. То есть они постоянно вот ровно. И сзади то же самое. Я все покрасил, поэтому не видно. Это что из доработок. Салон не тронул вообще. Получилось. В конце видео будут фотографии модели. Кому интересно, можете посмотреть.